Разгневанный кредитор стрелял в должника из автомата Калашникова. По информации интернет-издания Думская.нет, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Непунктуальный заемщик получил ранение в живот и левое бедро. Кредитора задержали по горячим следам. Мужчина добровольно сдал оружие и 10 патронов к нему. По словам задержанного, автомат он нашел в расформированной воинской части полтора года назад. Возбуждено уголовное дело.